нашем праздничном концерте, прекрасных танцев не было числа. И все увиденное в этом зале не могут передать слова. Дерзайте, творите всегда без сомнения. Путь к успеху, с днем рождения! Встречайте, группа Energy Dance! И было трудно предугадать, что в такой очаровательной, хрупкой женщине такая огромная сила, такой огромный характер и такой неустанный поиск, который свойственен не только Лидии Васильевне, но и Марии Анатольевне. Удивительно быстро прошли эти годы, и ни один праздник, ни одно мероприятие не проходит без этих замечательных выступлений. И хочу сказать, уважаемые родители, я абсолютно точно знаю, что самые светлые, яркие воспоминания тут у родителей, когда они видят своих детей на сцене. Ведь верно же? Самые яркие впечатления остаются у детей, когда они испытывают вот эту ситуацию успеха, которая сейчас есть у них. Очаровательные улыбки, замечательные костюмы и море эмоций. И, конечно, мы поздравляем замечательных руководителей, администрация муниципального автономного общеобразовательного учреждения школы 159 выражает огромную благодарность Смоляковой Лидии Васильевне за профессионализм, творческий подход в деле воспитания обучающихся и вознаменование 5-летнего юбилея творческого коллектива «Путь к успеху». Подарочный сертификат коллектива «Путь к успеху». Не очень
очень большая сумма, 10 тысяч рублей, но это как раз-таки на развитие и на дальнейший замечательный поезд. Это вам, уважаемые ребятки. Я хочу сказать вам огромное спасибо за ваш труд. Я хочу сказать вам большое спасибо вам и вам, ребята, за этот замечательный концерт. И вы действительно не только в моей душе, наверное, в душе каждого взрослого сегодня, танцуя, открыли вот этот замечательный танцевальный мир. Да? У нас вот тоже как-то душа зацвела благодаря вам. Наверное, многие из нас, взрослых, снова вернулись в детство, вспомнили школу, спасибо вам большое за все это. Ну и, как положено, позвольте, вы ведь добились огромных успехов, ваш коллектив, благодаря, наверное, вот этому замечательному сотрудничеству взрослых, детей и родителей. И поэтому позвольте сначала мне от имени администрации за поддержку этого коллектива и вручить благодарственные письма. Я вас не буду зачитывать, просто вот фамилию назову. Огромное спасибо мы выражаем за Мановой и Единаковой. Филипповой Марии Михайловне. Марии Наталье Владимировне. Спасибо. Вот,
спасибо за теплые слова Ольге Александровне. Слово предоставляется нашим дорогим родителям. Уважаемые Лидия Васильевна и Марина Анатольевна, от лица родителей группы «Звездочки», разрешите поздравить вас с днем рождения коллектива. Выражаем огромную благодарность за ваш профессионализм, за ваш талант, за ваше эстетическое воспитание наших детей. Желаем вдохновения, дальнейших творческих успехов, всего самого наилучшего, ну и, конечно же, терпения. Спасибо огромное. Слово предоставляется Марии Анатольевне. Очень волнительно стоять на этой сцене. Впервые у нас юбилей. Хочется поздравить всех родителей, руководителей, коллег, друзей, кто помогал в проведении этого праздника. Конечно же, давайте скажем спасибо нашим детям, которые сегодня старались, сделали для вас праздник, дарили хорошее настроение, улыбки и радость. Добрый вечер всем, кто пришел к нам на наш удивительный, превосходный праздник. Я хочу сказать вам, какие вы все молодцы. Поблагодарить детей в первую очередь, ведь они подарили нам замечательный концерт. Они много трудились, и результат у них прекрасный. Я хочу поблагодарить родителей, которые на первый наш зов, на любой зов отзывались и шили прекрасные костюмы для этих юных танцор. Я люблю каждого из вас, удивительные наши дети. И думаю, что наш творческий путь будет продолжаться и приведет к нас всех к большим высотам. И хочу уточнить. Наталья Александровна сказала, что я руководитель коллектива. Первоначально считалось это так. Но теперь я отдала полностью коллектив «Путь к успеху» своей дочери Марии Анатольевне. И сегодняшний концерт был подготовлен практически ей. Это только вот народные танцы были мои, а все остальное – это фантазия, это ум, это талант моей дочери.